Нагорный Карабах – не повод для войны в регионе Южного Кавказа. Об этом в эксклюзивном интервью CBC заявила американский исследователь армянского происхождения Айрин Авитян. По ее мнению, необходимо соблюдать нормы и принципы международного права, которые четко гласят – Армения должна вывести свои войска с оккупированных земель Азербайджана. Для меня Карабах – это не причина, чтобы воевать. Там просто можно, армяне, может быть, пожили, да, как живут там в Грузии, да, точно то же самое же там. И просто жизнь продолжался. Из-за этого не нужно, я не знаю, если армяне понимают это или нет. Я думаю, что многие понимают, но многие молчат, потому что я сама думаю, что если вы живете вот в армянской или в Армении, или здесь в диаспоре, там если что-то не скажешь, как нужно, они сразу подумают, что что-то не то с тобой. Ну, это я не понимаю, так нельзя жить. По мнению армянских националистов, необходимо всегда выступать против турок, азербайджанцев и в целом представителей тюркских народов. А Айрин Авитян с этим категорически не согласна. Я просто счастлива, что я не выросла в этой атмосфере. Мой дедушка меня всегда учил, что дашнаки, например, они националисты, они нехорошие, когда я была маленькая. Просто он мне все это говорил, я не понимала, почему националисты нехорошие. Но я сейчас понимаю его, you know? Я сейчас его очень хорошо понимаю. Айрин Авитян родилась в Армении, которую в силу материальных причин ее семья покинула в 1991 году. Семья моего отца, они говорят, что они сделали большую ошибку, когда переехали из Ирана в Армению. У нас все, мы всегда об этом говорим, потому что они потеряли много денег, там у дедушки был хороший бизнес в Тегеране. Ну, все это мы потеряли, знаете, это большие деньги. А тогда в Иране все было хорошо перед революцией. А когда поехали в Армению, уже мы большую ошибку сделали. Там невозможно было бизнес иметь. Говоря о нынешнем положении Армении в регионе, Айрин Авитян открыто заявляет, к этой республике у нее нет никаких чувств и эмоций. Они нехорошо относились к моему, к моей семье в Армении, моей иранской семье. И мне... Я не люблю Армению. Я Турцию люблю очень, потому что я пожила там. Я хочу мира, я хочу, чтобы никто не погибал, вот эти молодые солдаты. Я думаю, что армяне делали большую ошибку. Сегодня, живя в Калифорнии, Айрин Авитян пишет диссертацию об Ереване, древнем азербайджанском городе, который в начале 20 века был передан Армении в качестве столицы. Исследователь собирается посетить Ереван для изучения его архитектуры. Этой теме Айрин Авитян посвятит документальный фильм и книгу. Михрибан Касумова, CBC.